Ви зіткнулись із фізичним насиллям, коли вас б'ють чи штовхають, коли вас не впускають або не випускають з дому, коли вам погрожують позбавити вас життя чи навмисно створюють ситуації, які можуть призвести до загрози вашим здоров'ю та безпеці. Якщо вас змушують до вживання алкоголю чи наркотиків, якщо позбавляють їжі, сну чи відпочинку, проти волі вас переміщують в межах міста, держави або за кордон. Як ви зрозуміли, ми продовжуємо цикл програм поради психолога. В нашій студії Оксана Кличко-Макаренко, практикуючий медичний психолог. І в минулій передачі ми говорили про насильство психологічне, а сьогодні поговоримо про фізичний вплив. Оксано, вітаю. Отже, мабуть, почати треба з того, що фізичне насильство, ми всі знаємо, що воно є, воно присутнє і воно має купу міфів про те, що, от, наприклад, у шлюбі не може бути ніякого насильства, що б'є, значить любить, що треба терпіти і зберігати сім'ю заради дітей, що бійки і рукоприкладство тільки у неблагополучних сім'ях. Що говорить психологія от сучасна, як вона характеризує це поняття фізичне насильство? Ну, мы с вами говорили в прошлый раз о том, что это про какую-то допустимость, да, про внутреннюю готовность одного человека нарушать границы другого человека и путем принуждения пытаться откорректировать, исходя из собственных там, представлений, собственных пожеланий, требований по отношению к другим. То есть вот это про то, что мир должен соответствовать моим ожиданиям, и я готов этого добиваться любым путем. Угу. И меня не очень волнуют твои чувства и твои желания, на самом деле, в этот момент. То есть мне важно перекрыть свои какие-то болевые точки, которые у меня там триггерят, срабатывают на какие-то ситуации, да, вот. И я считаю допустимым проявлять себя так, как я хочу, а остальные потерпят. Ну, то есть они должны потерпеть, потому что они должны принимать меня таким, какой я есть, и любить меня таким, какой я есть. Это первый момент. А второй момент — это то, что я пытаюсь таким образом сохранить те отношения, которые считаю для себя ценными. Я понимаю, что по какой-то причине там, человек может от меня уйти. У меня есть такое представление, возможно, это фантазия, чаще всего это фантазия. Вот. И я таким образом как бы стараюсь его удержать. То есть понижаю его самооценку, я ты никому физически, не нужна? Физически, да, не физически проявляю ограничительные действия, то есть там, посадить дома, да, ввести в ситуацию зависимости, там, навязать детьми. Ну, или еще что-то такое, да, вот, и таким образом, как бы, ну, обездвижить в некотором смысле человека, лишить его возможности проявить эту самостоятельность и в какой-то момент уйти из этих отношений. Угу. Ну, от ми вже знаємо, що домашнє насильство має повторювальний характер і в психологічному насильстві, і, певно ж, у фізичному також. Як це, з чого воно починається? От, які є ознаки, що от зараз мій партнер почне проявляти оцю свою. Ну, по большому счету, цикл насилия, он одинаков. Само насилие проявляется по-разному, а цикл, он, да, он повторяем. И в начале отношений обычно человек, который склонен к такого рода насилию, ну, в принципе, к абьюзивным отношениям, он, значит, своего избранника относит на руках и, наоборот, старается выглядеть идеальным, создать этот образ идеальности, постоянно превозносит своего партнера и говорит о том, что вот, боже мой, как мне повезло, что вот я встретил такого человека, вот ты прям само совершенство и так далее. Естественно, жертва на это клюет в большинстве случаев. Ну и как бы вот это, наступает такой этап медового месяца, какой-то такой период, да, когда вроде бы кажется, что, ну, действительно, вот этот человек все совершенство. Идеально. Да, потому что ну, мы говорили это и раньше в передачах, что в начале отношений мы все пытаемся показать себя более здоровыми, чем мы есть на самом деле, то есть выпить свои какие-то положительные стороны. Сложность заключается в том, что притворяться долго нельзя. И рано или поздно в какой-то момент, значит, проявляется истинная сущность. Да, вот та часть, которая была зажата, которая была скрыта. То есть наступает ситуация, которая потенциально конфликтная, в этой ситуации нарастает напряжение, и происходит первый скандал. И этот скандал может быть не проявлен еще физически, то есть это не будет рукоприкладство, но это действительно будет какая-то такая очень яркая, сильная вспышка гнева, неадекватно той ситуации, которая произошла. Ну, то есть реакция значительно сильнее, чем на самом деле сам раздражитель. Вот. Это сделать из мухи слона. Да, ну вот как-то так. Угу. Или выплеснуть энергии столько, что, ну, собственно говоря, там оно того не стоило, да.
Это могут быть какие-то вербальные оскорбления, там, ну, что-то такое, да, то есть, но именно самого рукоприкладства как такового нет. И в этот момент жертва как бы начинает, потенциальная жертва начинает задумываться о том, а правильно ли я сделала свой выбор или сделал. Тот человек, который проявил насильственные действия, то есть со стороны которого произошел этот заступ за границей другого человека, да, он, естественно, испытывает огромное чувство вины, страх потерять эти отношения, он начинает всячески замаливать, угождать, пытаться исправиться, цветы, подарки и прочее, вот как это бывает, когда абьюзером выступает мужчина. Новый медовый месяц. Да, женщина иначе, значит, себя начинает проявлять каким-то образом, показать, что она лучшая. Для того, чтобы эти отношения все-таки сохранились. И зачастую как бы происходит этот момент примирения, вот, и все возвращается на круги своя, опять какой-то период, значит, у нас этот медовый месяц. И если отношения длятся долго, и вот этот цикл, он повторяется постоянно, его можно уже вычислить. На самом деле, очень часто он даже имеет приблизительно одинаковый временной промежуток. То есть, если вы достаточно долго находитесь в подобного рода отношениях, вы уже можете предугадать заранее приблизительно, когда это случится в следующий раз. Или по каким-то определенным признакам вы можете понять, что вот этот момент напряжения, он уже наступает, то есть дальше будет взрыв. То есть, ну, для этого, конечно, нужен определенный опыт уже, но, по крайней мере, вот какие-то такие вот сигналы определенные, они существуют, и жертва очень хорошо знает своего насильника, и у каждого свои вот эти вот какие-то такие маячки, на которые следует обращать внимание. Но по большому счету вот уже можно о чем-то там, ну, что-то предсказать, о чем-то говорить заранее. И что интересно, что чем дольше такие отношения длятся, тем короче становится вот этот вот период медового месяца, и тем быстрее наступает вот этот момент освобождения как бы негативной энергии, потому что, по большому счету, жертва уже к тому моменту учится прощать, а абьюзер уже к тому моменту привыкает к тому, что именно на этого человека можно спускать все свои негативные эмоции. И она это все воспринимает. Да, это все выдержит. Угу. Это все выдержит. Единственное, что нужно постоянно совершать какие-то действия для того, чтобы, ну, как бы держать это все в закрытом состоянии, чтобы это никуда не, ну, как бы не выходило. То есть, угу. И для этого мы говорили про психологическое насилие, то есть подавление воли, подавление, уничижение. То есть человеку пытаются снизить его самооценку, рассказать, что ты никто, звать тебя никак, и тебе, ты никому не нужен, вот это только я. И вот эти вот все установки про то, что бьет, значит, любит, и про то, что ты сама виновата, или ты сам виноват, да, вот, ну, вот какие-то такие штуки, да. Все-таки, мне здається, фізичне насилля більше чоловіки проявляють, але жінка от іноді от розриває стосунки і йде там до мами, до подруги, чи там знімає квартиру, але потім все-таки дуже багато таких фактів, що повертаються жінки знову. Тобто, чому це так відбувається? Потреба відчувати оцей тиск, чи потреба знову відчувати ті зізнання у коханні, от те повернення медового періоду? І це теж. Ми з вами говорили прошлый раз о том, що жертвами и абьюзерами не становятся просто так. То есть это люди, которые пережили в прошлом тоже какой-то акт насилия, часто продолжительный какой-то. То есть если мы говорим про семейное насилие, то есть находились уже в семье, угу. То есть с такими деструктивными, токсичными отношениями, да? И не смогли по какой-то причине из этого выйти и продолжают как бы это проигрывать, только каждый в своей роли. И часто эти роли меняются. Так вот, собственно говоря, почему женщины многие возвращаются? По причине того, что они верят в то, что все-таки что-то можно изменить. Это первая причина. Это состояние страха, что, ну, когда самооценка как бы ниже нуля, mm-hmm. то у тебя нет ощущения, что ты, в принципе, можешь справиться с ситуацией. И возникает такое убеждение, что вот здесь я, по крайней мере, знаю, чего ожидать. Я уже как-то научилась в этом выживать. Я уже знаю эти правила игры. А как выживать в этом другом мире, я не знаю. Мне mm-hmm. там страшно, а здесь мне кажется, что более безопасно. То Поэтому есть она возвращается для нее сюда. Выйти, вернуться в эти отношения, кажется, что из зоны комфорта. Да. Плюс часто является как бы причиной экономический фактор. То есть женщина, которую, допустим, до этого удерживали дома, и она не работала, найти работу, особенно если мы имеем еще и детей, угу. в нагрузку, то это, конечно, есть проблема. Бывает, что некуда идти.
То есть некоторые семьи родительские строятся по принципу, вот ты вышла замуж, вот ты решай свои проблемы с мужем сама. Что бы там ни происходило, к нам назад не возвращайся. Вот. Или, ну, допустим, семья где-то далеко, там, родительская, да, то есть уйти просто некуда физически, поэтому они вынуждены как бы находиться в этом, ну, в этих, продолжать находиться в этих отношениях и дальше. Ну, ушли, пожили там пару дней у друзей, но они не могут там находиться постоянно, да, вот, ну, такая ситуация. И любовь. Тоже как фактор. То есть это нормальное состояние, когда жертва испытывает такие амбивалентные, двойственные чувства по отношению к разрушителю. По причине того, что, вот опять-таки возвращаясь к этому циклу насилия, то есть насилие, оно не происходит постоянно. То есть это какие-то такие моменты, вспышки, да, отдельные, которые вот, нарушают целостность другого человека. Но остальное время все достаточно стабильно, нормально, ровно и предсказуемо. И как бы мозг жертвы цепляется вот за вот эти вот моменты, опять-таки в надежде на то, что ну, он же хороший человек, там, у него, да, есть определенные ситуации, когда он включается, но я же знаю эти ситуации, и вот то, о чем мы говорили, да, если я буду танцевать иначе, поворачивать ножку в другую сторону, то, возможно, у меня все-таки получится. А также он хороший, я его люблю. То есть, ну, вот, вот тут такие вот моменты, которые заставляют женщин возвращаться. Ну, а якщо ми говоримо, наприклад, про те, що близька людина, от ми знаємо, що там відбувається щось не те, але сама жертва мовчить, чи можемо ми, навіть якщо ми родичі, а може гарні друзі, чи можемо ми якось втручатися в цю ситуацію? Можемо, ну, на рівні, скажімо, дозволеності самої жертви. То есть, если вы видите явные признаки того, что, ну, как бы что-то происходит, можно аккуратно поинтересоваться, а все-таки что же происходит, с позиции, что я за тебя беспокоюсь. Мне не все равно, что с тобой там. Меня беспокоит твоя целостность физическая, твое здоровье, твое психическое состояние. Если там есть дети, понятное дело, меня интересуют дети, но не через давление. То есть мы не можем человека вынудить обратиться за помощью. Мы можем предложить эту помощь, он может отказаться или согласиться. Если такой человек все-таки обратился за помощью, то наша задача в первую очередь выслушать. То есть не устраивать допрос с пристрастием, потому что мы таким образом можем на самом деле ухудшить состояние человека. Мы не знаем, что там на самом деле происходит и насколько ситуация серьезна. И если мы начинаем прям, ну, допытываться, да, вот как, в какие-то мелочи вгрузать, вникать, то мы можем ну, как бы усилить травму самого человека. То есть позволить человеку рассказать именно то, что он хочет рассказать сейчас, то, что он готов. Потому что многие моменты, возможно, человеку будет стыдно рассказывать или по какой-то причине он боится. Ну, и это все постепенно, ну, доверие, оно нарабатывается, да? Ни в коем случае не осуждать. У нас есть, к сожалению, такое в культуре, как бы распространенная такая штука, как осуждение, когда говорят о том, что, ну, вот сама вызвала такую ситуацию, мол, сама к этому привела, создала такие условия. Всяко бывает. Действительно, бывает, что там о чем-то не подумала или там не предусмотрела. И мы, если мы будем на эти вещи как бы акцентировать свое внимание, то мы таким образом человека просто в ракушку загоним, он больше ничего не расскажет, он поймет, что мир не готов его слышать, и люди окружающие не готовы его слышать, и опять-таки вернется в это состояние, что я во всем виноват, потому что жертва на самом деле, она сама себя очень часто обвиняет в том, что происходит, и опять-таки вот это вот состояние стыда, которое нужно преодолеть для того, чтобы просто рассказать, что ты оказался в такой ситуации, и что ты не контролируешь эту ситуацию, и что ты ее допускаешь. Ну, как бы это такой изрядный уровень смелости должен быть у человека. Поэтому наша задача как бы принять по умолчанию. Ни в коем случае не стоит говорить о том, что... Точнее, говорить мы можем о том, что ты должен... Точнее, ты можешь обратиться в полицию, но мы не можем человека к этому подталкивать. Человек должен принимать решение сам. Опять-таки, мы не знаем все ситуации, мы не знаем многих нюансов, и только сам человек имеет право принимать решение касаемо собственной жизни, потому что, собственно говоря, когда он примет это решение, ему потом в этом жить, а не нам. И это первый момент, а второй момент — это то, что принимая решение за другого человека, мы как бы принимаем тот факт, что он беспомощен,
и он не способен, в принципе, ничего в своей жизни изменить, а вот мы такие сильные, да, то есть мы его вводим в состояние, опять-таки, той же зависимости. То есть его абьюзер вводит в состояние зависимости от себя, и мы его вводим в состояние зависимости от себя. То есть, ну, такое потребительское немножко отношение провоцируем, да. Вот, и... Не нужно говорить человеку, даже если у вас был какой-то похожий опыт, что вы его понимаете. Потому что человек, который находится в этой ситуации, он искренне уверен, что окончательно его понять не может никто. Что это его вот частная ситуация, вот именно в том виде, в котором она есть. Ну и опять-таки, но в очередной раз повторяю, мы не все знаем, то есть не все человек будет рассказывать, и это есть нормально. Мы можем предложить свою помощь, и это правильно, если мы сядем и обговорим с человеком разные варианты выхода из ситуации. То есть если мы зададим вопросы из серии «А как ты думаешь, вот, как ты видишь вообще свое будущее?», то есть как бы наводящими, да, вопросами какими-то, приведем к тому, чтобы разработать альтернативные пути действий. То есть не то, как жертва действовала до этого, а, возможно, есть какие-то другие варианты. Но, опять-таки, это на уровне возможности. То есть человек, в принципе, должен увидеть, что вообще другие способы реакции и действий, они существуют. То есть мы можем поговорить о том, что вот ты знаешь этого человека, как ты думаешь, как он будет реагировать, если ты, допустим, уйдешь. А насколько вообще этот человек опасен? Вот опиши как бы его состояние, вот когда у вас происходит скандал. Есть ли угроза, например, то есть для жизни? Часто же проговаривается, там, если ты уйдешь, я тебя убью, или я себя убью. Если мы знаем, что у человека, допустим, в прошлом были какие-то ситуации, ну, там, нелады с законом, которые были основаны как раз на том, что человек был не сдержан в своих эмоциональных порывах, плохо себя контролировал, да, то есть были уже какие-то насильственные действия по отношению к другим. Вот, если мы знаем, что человек злоупотребляет, допустим, алкоголем или наркотиками, то есть теми вещами, которые снимают вот этот лакмус контроля, да, снижают его. То есть нам нужно определить вообще, насколько действительно велика опасность для жертвы. И дальше мы можем говорить с человеком на предмет того, а какие есть варианты. То есть можешь ли ты куда-то уйти? Есть ли у тебя друзья или знакомые или родственники, которым ты можешь, допустим, переехать на какое-то время, отдать детей, да? Вот. Или обговорить те возможности, которые предоставляет нам государство. То есть у нас есть, допустим, центр социально-психологической помощи, который может на время приютить жертву насилия. Там до определенного времени, да, это как бы закрытое учреждение такое, и вот они созданы специально для того, чтобы помогать жертвам насилия домашнего. Можешь ли ты где-то, допустим, спрятать ключи и какую-то сумму денег на случай, если тебе нужно будет куда-то убегать, да, там, для того, чтобы ты какое-то время могла пожить в безопасном месте, да? Там, какие ценные вещи ты бы хотела взять в этой ситуации? То есть какие документы тебе нужно подготовить? Ну, то есть вот разработать пошагово, в принципе, потенциальный план для того, чтобы у человека в голове в принципе сформировалась идея о том, что это можно прекратить. Это возможно, да. Угу. Что это не тупик, что я нахожусь в этой ситуации, она не безвыходна, и что можно поступить как-то иначе. Ну, а от ми вже на початку передачі сказали, що є такий стереотип, що всі так живуть, да? І коли ми знаємо, що під час насильства діти бачать цю ситуацію, і якщо раніше, да, це списувалось, що всі так живуть, і мене так били, там, і все інше, і нічого, я виріс, і все нормально, то сьогодні, якби, погляд на цю проблему дещо інакший. Як от все-таки, чи може жертва усвідомити, що безпосередня загроза дітям, і що треба дитину захистити, і таким чином от вийти з цієї ситуації, чи ні? Ну, во-первых, понятное дело, что ребенка нужно защищать физически, конечно, потому что ребенок как бы самое зависимое в этой ситуации существо. Но ребенка нужно защищать и психологически. И если возникает вопрос, сохранять ли такого рода отношения ради детей, то тут ответ нет, не сохранять. Потому что мы говорили в прошлый раз о том, что есть как бы такой цикл наследования тоже
насилие, да, насилие порождает насилие. То есть мы ребенку показываем о том, что это есть допустимо. Велика вероятність того, що дитина не зможе збудувати свої стосунки нормальні, коли виросте. Ну, велика вероятність того, що він буде просто в итоге строїть отношения вот по этому же принципу. Потому что именно эту модель семьи он примет как единственную нормальную. Единственную, да, приемлемую для себя. И выходить опять-таки из этого будет очень сложно. То есть работа с психологом. Поэтому если мы говорим разрывать, не разрывать, да, разрывать, если можно детей куда-то убрать, то это нужно обязательно сделать. Ну, а от якщо повернути ситуацію таким боком, чи можна поговорити з насильником, самій жертві або комусь із близьких, сказати, що ну, якщо ти цінуєш цю людину, то давай вияснимо, або ми міняємо наші стосунки, або я там іду, чи вона від тебе піде, якщо це хтось інший говорить. Чи на насильника не впливає така, ну, скажімо, модель? Нужно понимать, что абьюзер так себя ведет не потому, что он этого хочет. То есть он-то прекрасно понимает, что он нарушает какие-то социальные нормы. Первое, а второе, что он ну, неправильно себя ведет по отношению к человеку, которого он как бы любит. Потому что он убежден, что это такая любовь. Да, люблю тебя, но странной любовью. Угу. Во-первых, эффект социального давления имеет большое значение. То есть обычно такие люди очень боятся, когда эта информация о них выходит наружу. Потому что зачастую такие люди очень прилежные, приличные, в обществе всегда готовы кому-то помочь. Первые бегут там на общее собрание, вот, и впереди планеты все, и все такие позитивные, все такие правильные. И вот эти вот моменты, когда они себя отпускают, они происходят только дома. Поэтому, ну, как бы вот испортить свое реноме они боятся. Поэтому можно, да, вот этим вопросом немножечко так его шантажировать. Это первый момент. Второй момент — это то, что можно объяснить, что да, человек от тебя все-таки уйдет, если ты не прекратишь это делать, и дать ему тогда альтернативную какую-то модель поведения. И тут мы уже говорим про длительную терапию, потому что человек, который таким образом себя ведет, он не умеет себя сдерживать, он не знает, как это делать по каким-то причинам. А второе, у него просто нет этой другой модели поведения, он просто не знает иначе другого пути, да, как еще поступать в этой ситуации, как справляться с этими своими страхами и фобиями. То есть человек, который понимает, что в итоге он может эти отношения значимые для себя потерять, может прийти к тому, чтобы начать меняться. Чи є такий план от особистої безпеки для ситуацій, пов'язаних з домашнім насиллям фізичним? Тобто, що от якщо це ситуації повторювані, то що має робити людина, яка піддається насильству? Ну, от, на випадок крайньої якоїсь небезпеки, що от треба покинути будинок, чи там є якийсь такий от план дій? Ну, ми говорили вже о тому, що, во-первых, є цикл насилля. То есть достаточно часто ми можемо вже предсказати, коли случиться следующий взрыв. Ну, почувствовать, да, его предвосхитить. И в этой ситуации желательно, конечно, покинуть общую территорию, куда-то уйти, как-то обезопасить себя, пока, значит, буря не пройдет. Вернуться, если есть такая, как бы, острая необходимость, если действительно уж по-другому никак. Ну, бывают ситуации, когда по-другому никак. Но быть готовым к тому, что действительно ситуация может стать остро, и тогда, как бы, предвосхитив этот момент, повторюсь, мы должны собрать документы какие-то, да, собрать какие-то деньги элементарные, какие-то ценные вещи, которые можно там, не знаю, там, продать или там, куда-нибудь в ломбард сдать, которые даст тоже деньги, которые помогут какое-то время выживать. Договориться с друзьями, желательно договориться с соседями заведомо, что если они слышат какие-то подозрительные звуки из-за двери вашей квартиры, то чтобы они вызвали полицию. Но соседи должны об этом знать. То есть, скорее всего, сами они к этой мысли не придут. Вот они должны быть уверены в том, что они делают. Нужно поговорить с родственниками или друзьями. Нужно заранее поговорить, допустим, с юристами или с психологами, или с социальными работниками, если нет друзей. Чтобы они помогли вам, рассказали, куда обратиться. То есть найти этот центр социально-психологической помощи, по крайней мере, знать, куда бежать. То есть максимально себя обезопасить,
заведомо и в сложной какой-то ситуации понимать уже, каким образом ты должен действовать и какие шаги предпринимать. Ты тогда спокойнее, ну как бы уровень тревоги снижается. Для тебя эта ситуация уже не выглядит как тупиковая. Очень часто своим клиентам, которые обращаются с подобного рода запросами, я рекомендую установить в телефон приложение, называется MyPol. Это как бы тревожная кнопка, такая красная кнопка, которая позволяет быстро вызвать полицию. То есть вы заранее туда вводите свои данные, свой адрес, вас приложение идентифицирует, и в случае необходимости, когда стоит именно угроза жизни, то есть ситуация действительно должна быть острой, тогда вы нажимаете эту кнопку, и тогда наряд полиции выезжает к вам. В полиции есть у нас сейчас такое подразделение, называется «Полина», которое занимается как раз именно вопросами домашнего насилия. И это, кстати, тоже неплохой такой способ давления психологического на абьюзера. У меня были в практике ситуации, когда, значит, несколько раз вызывая полицию таким образом, удалось снизить уровень проявления насилия со стороны этого человека, который был до этого такой достаточно агрессивный. Вот. И в итоге человек, в принципе, сам собрался и ушел. Поэтому все возможно. Нужно просто действовать. Так, треба діяти. Ми дійсно обговорюємо дуже складну тему, але ми повинні про це говорити, поки такі факти існують, щоб люди дійсно могли, ну, побачити якийсь вихід із цього темного тунелю. Яка тема буде нашої наступної програми? Тобто, які ще такі питання, з якими от досить часто звертаються люди на психологічні консультації? Очень часто возникает вопрос манипуляции в отношениях. Причем манипуляции и женские, и мужские. То есть, что делают люди для того, чтобы не совсем честным путем получить бонусы для себя в отношениях с другим. Дякую, Оксана, за цікаву розмову. Я нагадую, що сьогодні ми продовжили цикл програм «Поради психолога», і наступного разу, як ви вже почули, ми будемо говорити про маніпуляції. Ну, на цьому все, але залишайтесь з телеканалом АТВ.